Что мешает успешному развитию бизнеса в Орловском регионе? Какие острые проблемы волнуют предпринимателей? Ответ на эти и другие вопросы на заседании регионального правительства озвучил бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. Почти 300 письменных заявлений поступило в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2017 году. Среди самых популярных тем – вопросы аренды, взаимодействия с контрольно-надзорными органами. В 22 судебных процессах были восстановлены права бизнесменов. Ежегодно наблюдается рост обращений, поступивших в адрес уполномоченного. В 2017 году к уполномоченному обратилось 1083 человека, предпринимателя, почти 300 из них с письменными жалобами. Вопросов привлечения к административной ответственности большая часть обращений связана с негативной практикой контрольно-надзорных органов применять в качестве административного наказания только штраф. Напомним, официальная должность уполномоченного по правам предпринимателей в России появилась 6 лет назад. Сегодня это своего рода экспертные центры, которые помогают бизнесменам отстаивать свои права.